В Беларуси увеличили лимит на беспошлинные посылки 200 евро и 31 килограмм. Указ о таможенном регулировании подписал президент. Несмотря на то, что месячная норма выросла в 9 раз, разовая цена посылки по-прежнему не может превышать 22 евро и 10 килограммов. Документ также снимает ограничения на ввоз в международных отправлениях лекарств и продуктов питания, в том числе с диетического стола для страдающих отдельными заболеваниями. Кроме того, появятся магазины duty-free в аэропорту для въезжающих. Разрешена и беспошлинная торговля в самолетах. Новые нормы в унисон договоренности Евразийского экономического союза. В частности, если срок давности просрочки таможенных платежей более 5 лет, то они не взыскиваются. Ряд упрощений для резидентов свободных экономических зон и индустриального парка «Великий камень». Разрешается перевозить техническое оборудование, сырье и материалы для инвестпроектов без таможенных сборов и подачи деклараций. Подробнее Владимир Королев. Всего в указе 13 изменений. Таким образом, нормы белорусского законодательства приходят в соответствие с таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Безусловно, для белорусов самым важным изменением является 9-кратное увеличение ежемесячной нормы международных посылок. 200 евро и 31 килограмм – новый месячный лимит на беспошлинные посылки. Однако, стоит оговориться, разовая цена отправления по-прежнему не должна превышать 22 евро и вес 10 килограммов. Нововведение указа и предоставление дополнительной поддержки гражданам, страдающим отдельными неизлечимыми заболеваниями. Указом предоставлена льгота по таможенным платежам для товаров медицинского назначения и диабетического лечебного питания, пересылаемого почтой. То есть, если болезнь будет внесена в перечень, устанавливаемый на уровне правительства, такие товары, ввезенные в адрес этих лиц, имеющие такие заболевания, будут происходить в рамках беспошлинного ввоза, установленного в рамках Евразийского экономического союза. То есть, с 1 января это 500 евро и 31 килограмм. Например, предполагается включение в перечень такой болезни, как сахарный диабет, по которой в Беларуси состоит на учете более 300 тысяч человек. Чтобы стимулировать малый и средний бизнес, развитие транзитного потенциала и привлечение инвестиций упрощается декларирование ввозимых товаров. Порог увеличен в 5 раз с 200 евро до 1000. Также предусмотрено снижение затрат для юридических лиц, которые работают в качестве таможенных представителей. Юридические лица, которые собираются в качестве таких представителей совершать таможенные операции только в отношении экспортируемых товаров, не облагаемых вывозными пошлинами, теперь смогут для включения в реестр вносить финансовую гарантию не в размере 500 тысяч евро, как установлен для всех таможенных представителей, а в сумме всего лишь 50 тысяч евро. Взыскание таможенных платежей, процентов или пени не будет производиться, если таможне не предъявлено уведомление на протяжении 5 лет со дня наступления срока уплаты таможенных платежей. А для резидентов свободных экономических зон китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» предусмотрен ряд упрощений. В территориальных зонах созданы указом следующие возможности. Это использовать льготный режим не только резидентами СЭС, но и субъектами ее управления. Например, администрации такой СЭС. Подавать таможенные декларации с отсрочкой до 2 месяцев, что позволит без задержек вовлекать товары в производство сразу с момента ввоза. Потреблять иностранные товары на объектах общественного питания в таких СЭС без их декларирования и, главное, без уплаты таможенных платежей. Указ затрагивает и такие традиционно народные темы, как duty-free. Новый документ дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на международных рейсах самолетов Белавия. Владимир Королев и Николай Лашкевич, агентство теленовостей.